Все? Угу. Прошлая встреча была кратковременная. Сделали опять перерыв небольшой, чтобы они соскучились. Сейчас у них полноценная игра. Сильно наша блондинка активная. Яша не совсем понимает такого напора буйного. Не понимает, видно по его поведению, что ему с этим делать. Яша. Вот так, рыжий, будешь нянчить сейчас. Дуся так и к коту бросалась. Но кот этого вообще не понимает. Но ягоза, видно, будет еще та. Так, сошлись две родственные души. Сделана для них уже отдельная комната с выходом на улицу. В следующих видео все покажем, где они у нас будут жить, где будут играть. Небольшие, ну, в принципе, может, даже и большие изменения
Все-таки мы сделаем, учитывая год содержания. Ну вот как-то так мы сошлись. Яша не доела по ней. Ну это, наверное, надолго. Дальше будем показывать интересные моменты. Растет, как видите, быстро. Видите, какая уже на дрожжах. Что, Яша, кончилась спокойная жизнь, да? Ладно, все, играйте.